Необычные плакаты появились на улицах областного центра сегодня утром. Это своеобразное обращение к ярославским автомобилистам. В нем указано, кто и когда укладывал дорожное полотно и сколько было потрачено денег. В конце авторы интересуются у автовладельцев, довольны ли они проведенными работами. Стоит отметить, на плакатах фигурируют имена главных ярославских дорожников Эдуарда Авдоляна и Вагинака Погосяна, на которых в последнее время обрушился шквал критики. Кому принадлежит идея и какую цель преследовали авторы, пока не ясно. Комментарий нам удалось получить у Эдуарда Авдоляна. Я не знаю, к сожалению, кому это выгодно. Сейчас будет разыгрываться большой аукцион на 1 200 000 000 рублей по городу. Ну, наверное, кто-то из конкурентов вот так постарался с этими плакатами. Кроме Погосяна и Авдоляна, ведь очень много других дорожников, которые работают в городе. Почему-то никому нет никаких вопросов, только вот Погосяна, Авдоляна. Вот я не знаю, наверное, это даже что-то даже и делается на национальном почве, может быть.